Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасы талайға үлгі, мұндай байланыс көп елге өнеге. Мәскеуде елбасы Ресей президентімен кездесуінде осылай деді. Келіссөздер барысында қос мемлекеттің өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары талқыланды. Казахстанско-российское отношение идеальное, оно примерное для всех других государств. Я все делал, чтобы это было. Надеюсь, что оно будет продолжено. Потому что это, во-первых, выгодно Казахстану, во-вторых, это необходимо всем нам. И Евразийский экономический союз, который мы выстрадали с вами, построили его. И этот союз работает, развивается, показывает пользу всем нашим странам. Поэтому есть о чем поговорить, хотя я теперь не являюсь президентом. Наблюдаю, как вы интенсивно работаете, очень сильно. Вчера Владивосток, сегодня здесь зарубежные поездки, переговоры. Очень огромная нагрузка, поэтому от всей души желаю здоровья вам, успеха России, преодоления всех трудностей. А это обязательно будет, всегда так было. И всего самого доброго. Еще раз благодарю за возможность встретиться в Кремле с вами лично. Айта кетейін, кеше Нұрсұлтан Назарбаев пен Владимир Путин Мәскеу қаласының күніне арналған мерекелік концертті тамашалап, халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің аумағындағы Қазақстан ұлттық павильонын аралады. Мерекелік қарсаңында павильон күрделі жөндеуден өтіп, қайта қалпына келтірілді. Кездесу кезінде Ресей президенті Владимир Путин екі жақты қарым-қатынасты нығайтып, дамыту ісіндегі Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін атап өтті. Уважаемый Насабич, спасибо, что приехали к нам в праздничный день, да еще и... Мәскеуге мереке күні келгеніңіз үшін алғыс айтам. Ресей мен Қазақстан қарым-қатынасының бастауында өзіңіз тұрсыз. Гуманитарлық, әскери техникалық ынтымақтастық ісінде қос мемлекет таңғаларлық жетістіктерге жетті. Біз сізге әркез қуаныштымыз. Сонымен қатар, жеке байланысымыздың жалғасып келе жатқанына қуанамын. Спасибо, Владимир Иванович, за приглашение на праздник День Москвы. Москва для нас, для всех, очень близкая к сердцу. С ранней юности начали посещать, учились, работали, участвовали в всех мероприятиях. Всегда приятно в Москву приезжать, тем более сейчас. И выставка народного хозяйства тоже с юности, всю жизнь вместе вросшие, превратившие дружбу народов в колоссальную силу. Особенно это хорошо, что вот накануне 75-летия Победы сказать о том, что именно дружба всех народов, населявших тогда Советский Союз, победила в этой страшной войне. И мы являемся детьми победивших отцов, поэтому так живем. Я думаю, за многие столетия мы единственное поколение, которое родился и вырос без войны. Это результат самоотверженной деятельности борьбы наших родителей.